сел за руль без прав и наехал на ребенка. В Первоуральске судят водителя, который сбил школьницу на пешеходном переходе. О наказании и примирении наш следующий репортаж. Они впервые встретились в зале суда. Отец пострадавшей девочки и владелец Kia. Его судят за то, что он сбил ребенка на пешеходном переходе. Авария произошла 3 сентября прошлого года. Водитель Олег Симченко остановился, когда почувствовал удар, но затем просто уехал. Говорит, испугался. Подошел к девочке. Она в истерике. Я позвоню сейчас папе. Я такой, поехали в больницу. Та такая, нет, я звоню папе. Я такой, ну, звони папе. Ладно, все. У меня такой шок, паника. А вот дом у меня рядышком был. Я просто сел и уехал. Так пострадавшая школьница выглядела после аварии. Синяк на щеке, рваная рана на лбу. Врачи наложили девочке швы, но шрам остался. Это фото отец до сих пор хранит в своем телефоне. Конечно, эмоции ужасные. Когда прибегаешь, и у тебя ребенок в крови, бежала кровь полностью с лица. Ребенок просто кричит, а здесь улиц. Вот. Ребенка сбили здесь, на перекрестке улиц Чекистов и Данилова. В 6 часов вечера, когда произошло ЧП, было много свидетелей. Они запомнили номер машины. Водителя Kia задержали через пару часов. Выяснилось, что Олег Симченко за рулем без водительских прав. Лишили за пьяное вождение. Сегодня этот срок продлили. Симченко Олега Викторовича признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год. Вину Симченко полностью признал. После процесса извинился перед отцом пострадавшей девочки. Предложил компенсировать ущерб. Деньги понадобятся на пластическую операцию, чтобы убрать со лба шрам, оставшийся после аварии. Дарья Шумович, Алексей Вербицкий, Александр Захаров. Новости, Первоуральск.